В дни празднования Белого месяца в Улан-Удэ приедут артисты из соседней Монголии. Обладатель сильного баритона Энхтэ-Иван уже неоднократно посещал Бурятию. Певец вспоминает, как тепло его встречали зрители, когда он впервые выступал на сцене в Улан-Удэ. Здесь я пел арии мистера Икса. Когда я вышел на сцену и началась музыка, и вдруг зрители начали аплодировать, я был поражен. Как здесь, оказывается, любят классическую музыку. Мне вообще очень нравится в Улан-Удэ. Я себя здесь очень хорошо чувствую. На репетиции монгольскому исполнителю помогала Дарима Линховойн. Она уверена, что предстоящие выступления будут интересны ценителям оперы и пройдут с успехом. Там у них бурлит буквально оперный театр с своими великолепными, потрясающими голосами. И, конечно, все те, которые приедут, это молодежь театра. Но они уже поют во всем мире. В Сингапуре, в Италии, в Румынии. У нас в России. 5 числа будет концерт, они все вместе будут петь. То есть там будут и они вместе будут петь по одному, дуэты, терцеты, монгольские, бурятские, русские песни. Концерты оперных исполнителей пройдут на сцене Бурятского государственного театра оперы и балета 5 и 6 февраля. Юлия Пермякова, Вячеслав Батоев, Первое альтернативное.